На небе играли зорницы, сверкали во тьме якоря. Пробиться б, сказал небылица, пробьемся, ответил мокряк. Над катером гаркнула птица, выходит уж скоро земля. Прорваться б, сказал небылица, прорвемся, ответил мокряк. Заходим в чужие границы, дал рапорт на вахте моряк. Ну, с Богом, сказал небылица, ага, согласился мокряк. Приказываю остановиться, пронзила команда сквозь мрак. По плану, сказал небылица, по нотам добавил мокряк. Буксир пусть дает навалиться, команду свистайте на бак. Команды давал небылица, дублировал лихо мокряк. Смеркалось, шли в гору вглубь от границы, буксиром тащась на волнах. Подходим, сказал небылица, мокряк удивился, ну да. Вот Керчи, сухая землица, на пирсе стоит автозак. Знаете, что такое автозак? Дошли же, сказал небылица, похоже, добавила мокряк. Несколько часов спустя, помыться бы в теплой водице и спать завалиться в гамак. Мечтал капитан небылица, гражданство бы вторил мокряк. Я не политик, я там не был, как все это происходило на самом деле, я не знаю, мне... Ну, тексты, стихи понравились хорошие, вот так.